Yeah.
Thank you.
I
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
положение о свободной музыке. Музыка природы. Свет, гром, шум ветра, плеск воды, пение птиц. Свободно в выборе звуков. Соловей поет не только по нотам современной музыки, но и по всем, которые ему приятны. Свободная музыка совершается по тем же законам, как и музыка, Художник свободной музыки, как и соловей, не ограничен тонами и полутонами. Он пользуется и четвертями тонов, и осьмыми, и музыкой со свободным выбором звуков. Для начала вводятся четверти тона. Они уже применялись в древнейшие времена как ингармонический род, когда в человеке еще был силен первобытный инстинкт. Теперь они еще существуют в старой музыке индусов. Преимущество свободной музыки. Новое наслаждение от небывалых сочетаний звуков, новая гармония с новыми аккордами, новые диссонансы с новыми разрешениями их, новые мелодии. Выбор возможных аккордов и мелодий чрезвычайно увеличивается. Вообще число сочетаний звуков бесконечно увеличивается, и способы их сочетаний становятся очень разнообразными. Увеличивается сила музыкальной лирики, и это главное, потому что музыка по преимуществу лирика. Дается большая возможность влиять на слушателя и вызывать у него сочувственные душевные волнения. Непривычные, тонкие сочетания и перемены звуков сильно действуют на душу человека и остальных животных. Увеличивается изобразительная способность музыки. Можно передать голос любимого человека, пение соловья, зеленый шум, нежный или бурный шум ветра и моря. Можно полнее изобразить движение души человека. Облегчается изучение и применение цветной музыки. Дается простой, сильный способ упражнять и развивать слух. Такие упражнения положительно необходимы для учащихся. Открывается неизвестный до сих пор ряд явлений. Тесные сочетания звука и процессы тесных сочетаний. Эти сочетания соседних в гамме звуков, отличающихся только на четверть тона или даже на меньшее расстояние, могут быть еще названы тесными диссонансами. Но они обладают особенными свойствами, которые не имеют обыкновенный диссонанс. Тесные сочетания звуков вызывают у людей совершенно необычайные ощущения. Стоп! Вибрация тесно сочетающихся звуков в большинстве случаев дает возбуждение. При таких процессах важное значение имеют перебои, интерференции звуков, подобные интерференции света. Вибрациями тесных сочетаний, их шествиями и разнообразной игрой их легче изобразить свет, цвета и все живое, чем обыкновенной музыкой. Легче и осуществить лирику, повлиять на настроение. Тесные сочетания можно дать и музыкальные картины, составленные из отдельных пятен, которые сливаются в беглую гармонию, подобно новой импрессионистской живописи. Стоп! 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 Продолжим. Музыка свободна. Громадный процесс возможен от такой музыки, при которой художник совершенно не связан нотами, а пользуется любыми промежутками, например, третями или хотя бы тринадцатыми долями тона. Эта музыка представляет полную свободу вдохновению и обладает перечисленными высшими преимуществами натуральной музыки до сильнейшей степени.
она может дать полное изображение субъективных переживаний и вызвать одинаково как и лирику настроений и страстей, так и иллюзию картин природы. Стиль. Свободная музыка способствует исканию основного характера и не только не обязывает художника к фотографическому изображению быта, но даже облегчает стилизацию. Практическое осуществление свободной музыки. Слушатели. Многие либо заблуждаются, думая, что четверти тонов уже трудно отличить. Опыт показывает, что все слушатели, конечно же, за исключением глухих, легко различают четверти тонов. Восьмые части тонов различаются сознательно не всеми слушателями, тем сильнее производимое ими впечатление, потому что полусознательные и вообще непонятные ощущения сильно влияют на психику человека и животных. Исполнение. Как пьесы с четвертями тонов, так и импровизации свободных нот можно теперь же исполнять пением, а также и игрой на контрабасе, виолончели, виоле, тромбоне и прочих инструментах без всяких изменений даже их настройки. Арфу. Да. Арфу. Гитару. И тому подобные инструменты можно настроить на четверти и какие угодно доли тонов. Лучше всего воспользоваться хроматической арфой с двумя рядами струн, направленными наискосок один к другому. На гитаре, цитре, мандолине, балалайке нужно сделать добавочные лады. Рояль можно перестроить, но тогда уменьшится число октав и потеряет значение рисунок клавиатуры. Во избежание этого можно устроить два этажа струн и двойную клавиатуру. Остальные инструменты можно легко отчасти приспособить, отчасти изменить. Для исследования явлений свободной музыки проще всего воспользоваться стеклянными бокалами или стаканами, наполнить их водой до различных уровней и тому подобное. Легко изготовить домашним способом и ксилофоном. Письмо свободной музыки. Нотная система остается почти без изменений. На первое время к ней необходимо добавить только обозначение четвертей. Импровизации свободных нот можно записывать пока на граммофонных пластинках. Можно записывать их в виде рисунка с повышающимися и понижающимися линиями. Организуется общество свободной музыки.